Телеканал КРТ представляє. Настав час відповідати червоним. Олександре, ви готові? Завжди готов. Нагадую, у вас 2 хвилини на кожну відповідь. Отож, питання. Ви вибрали, хто задає перше питання? Давайте я перше. Будь ласка. Ну, спочатку невеличка репліка, просто така. Дивіться, ми сьогодні дуже багато цікавих питань підняли. Я кандидат філософських наук, тому давайте трошки по-філософськи підійдемо. Як то кажуть, існує ще принцип середньовічної філософії, не будемо додавати зайві сутності. Якщо ми визначаємо Росію як ворога, а я визначаю Росію як ворога, то від цього і повинна витікати відповідь. Я хочу сказати, в мене репліка буде коротка, а питання дуже коротке, тому я спочатку хочу пояснити свою позицію. Хто такий ворог? Ворог – це той, хто вам наносить шкоду. Тут питання не в тому, які там приймались юридичні документи. Україна існує не тому, що щось там було підписано. Україна, коли в неї забрали Крим, вона отримала добро чи шкоду? Я вважаю, що шкоду. Отже, Росія – наш ворог. І навіть якщо вся світова спільнота буде її підтримувати, нічого з цього не зміниться. Нам нанесено шкоду. Ворог – значить є ворог. Який ворог хороший? Ну, звісно, мертвий ворог. І в зв'язку з цим в мене до вас дуже просте питання. Це не про ціннісний вибір, просто цікава ваша думка як освіченої, мабуть, людини. Як ви думаєте, Російська Федерація може серйозно постраждати від дій НАТО? Наш ворог, якому я безумовно бажаю загибелі найближчим часом. До речі, наприкінці червня поруч з землею буде пролітати в небезпечній близькості астероїд. І за певних обставин, можливо, він впаде на Росію. Я думаю, це чудово. Вас сейчас пішов, будь ласка, Олександр, відповідайте. По-моєму, це пропаганда ненависті, от то, що зараз прозвучало. По-моєму, це пропаганда нетерпимості, то, що зараз прозвучало. Значить, смотрите, звісно, Росія може пострадати від дій НАТО. Конечно же, может пострадать. Тем более, если мы рассмотрим историю НАТО, вот начиная с 49 года, 17 декабря 49 года, комитет начальников штабов США утверждает очередной, это не один из многих, очередной план ядерной войны против Советского Союза. В том числе должны были упасть бомбы и на Львов, и на Донецк, и на Киев. На Ивано-Франковск, по-моему, нет, слишком мелкие считали, как бы неважный центр. После этого была еще масса других планов, от них отказались. Почему от них отказались? Просто посчитали. Причем вот по тому же плану дропшот, жертвы, которые просчитывали, 49-й год, жертвы, которые просчитывали в Советском Союзе, должны были составить 100 миллионов человек. 60 от непосредственных бомбардировок, и потом еще 40 миллионов догнаться. Вот это как бы, вот это сущность НАТО. Поэтому может ли Россия пострадать от НАТО? Может. 100% может. И не только Россия. Россия уже пострадала от НАТО. Потому что, если вот там говорил пан Тарас про Россию с большой буквы. Россия с большой буквы – это вот та Россия, которую, помните, как Николай I говорил? Россия там, куда ступил сапог русского солдата. Так вот, эта большая Россия уже пострадала от НАТО. Потому что страна, вы тоже из этой страны родом происходите, она разорвана на части и везде... Минус. В Украине минус. Население переполовинили. Экономический потенциал помножили просто на ноль. Экономика, образование, медицина, все в минусе. Наступне питання. Так, доброго дня. Я хотів би привітати українців в тому, що Україна стала сьогодні членом програми розширених можливостей. Я вважаю, це позитивний крок для України і також для міжнародної спільноти. Але ви знаєте, я як випускник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, нам завжди вчили користуватися першоджерелами. І я... Звертаюся до стратегічної концепції НАТО Вашингтона 1999 року, де в статті 36 і 37 особливу увагу приділяють Російській Федерації і Україні, де говориться про те, що Росія має підтримувати мир і, тобто, двосторонні відносини з країнами-членами НАТО. Але все ж таки, пане Олександре, я хотів би задати вас питання. В чому взагалі проблема системи колективної безпеки, на вашу думку? Да я не вижу на самом деле проблем коллективной безопасности, коллективной обороны. То есть в этом нет ничего плохого. И если бы НАТО действительно было системой коллективной безопасности, а не коллективной опасности для определенных стран, в которых другой строй, другой менталитет, то не было в этом бы никаких проблем. И у НАТО был шанс подтвердить, что да, ребятки, мы и есть такие. Мы есть такие. В 1954 году Советский Союз подал заявку на вступление в НАТО. Подал. Все, мы система коллективной безопасности. Мы нации, которые победили нацизм. Мы нации, которые победили в самой страшной войне. Логично, когда мы все вместе объединяемся и охраняем мир. Вот так было сказано Советским Союзом. Что ответила НАТО насчет коллективной безопасности?
НАТО ответило разработкой очередного плана. В 56-м году очередной план был разработан ядерной бомбардировки. 2000, у меня пальцев не хватит, 2000 объектов по всему Советскому Союзу. На Киев должны были набросать около 50 ядерных бомб. Отличная коллективная безопасность. Понимаете, когда они видят свою коллективную безопасность в обороне, это хорошо, это нормально, это правильно, это замечательно. Когда они видят коллективную безопасность в уничтожении, ну, 100 миллионов советских граждан, подумаешь. А между прочим, по состоянию на 50-й год в Советском Союзе всего 170 миллионов человек насчитывалось после Великой Отечественной войны. Всего 170. И 100 миллионов под нож. Потом оккупация. Полная оккупация всей территории Советского Союза. Вся история НАТО, начиная с 49-го года, а по-нормальному надо начинать историю НАТО, наверное, даже с 45-го года, начиная с плана «Немыслимое», который англичане разрабатывали сразу же, еще и война в Великой в Европе не закончилась, уже план нападения на СССР. Потом план «Тоталити», и не закончилась война с Японией, уже план ядерной бомбардировки Советского Союза. Вот вся история говорит, что это не та коллективная безопасность. А система коллективной безопасности – супер, я за. Дякую. Останнє питання з синього табору. Напевно, починаючи з 1949 року, пропаганда, от радянська пропаганда, яка розповідала про агресивний блок НАТО, от вона не змінилась. І риторика, на жаль, не змінюється з 1949 року. І, очевидно, тому дуже часто ті, хто проти НАТО і пропагує такі антинатовські якісь речі, вони от програють. Бо все це якби застаріло і зрозуміло, куди воно веде. От Радянський Союз, ми сьогодні згадували про це, подавав заявку в НАТО і отримав від Коша. І Російська Федерація теж на чолі з Путіним, як правоприємник Радянського Союзу, теж прагнула до НАТО. От мене цікаво, чому Російська Федерація, як на вашу думку, після того, як її не прийняли до НАТО, або вона не змогла розпочати ці процеси, не оголосила свій позаблоковий статус, а створила натомність власну систему колективної безпеки з тих країн колишнього Радянського Союзу, які от сьогодні, власне, туди увійшли. Будь ласка, відповідайте. Ну, в общем-то, очевидно. Тут очевидно, потому что НАТО – это копье, направленное против России. Так было с 49-го года. Так было с 47-го года, когда Черчилль в Фултоне провозглашал свою речь. Слава богу, в Лондоне снесли на днях памятник этому упырю. Назвали его расизмом, неважно за что. Да. Но в конце концов, он враг нашей страны, и слава богу, что памятник ему хоть снесли. Докатилось да. И до них. Да, это копье, направленное против России. Россия предложила, ну раз вы система коллективной безопасности, точно так же, как Советский Союз в 1954 году. Если мы система коллективной безопасности, если мы за мир во всем мире, так мы с вами. Мы с вами. А эти говорят, нет, не подходит нам такое. Потому что мы за мир во всем мире, в котором, за тот мир, в котором вас нет. За тот мир, в котором будут уничтожены 100 миллионов ваших граждан. Ну, это ссылка на 49-й год. Потом другие планы предусматривали совершенно другие жертвы. Население Советского Союза возрастало. И ядерная мощь Америки и НАТО возрастала тоже. Вы посмотрите на, в конце концов, вот сейчас, хорошо, не будем залазить далеко. Хотя я, наверное, должен ответить, почему аргументы остаются теми же. А потому что факты остаются теми же. Угрозы остаются теми же. И, соответственно, аргументы остаются теми же. Так вот, не будем залазить в далекие времена. Просто посмотрим на бюджет, военный бюджет НАТО. Ну и раз уж вы вспомнили про Россию, на военный бюджет России. Военный бюджет России меньше, чем военный бюджет Германии. А военный бюджет Германии в 10 раз меньше, чем военный бюджет Соединенных Штатов Америки. А в целом военный бюджет НАТО почти в 15 раз больше, чем военный бюджет России. Это к вопросу к тому, кто вот, кому угрожает. Кто? Россия угрожает? НАТО – это сила. Но я не возражаю, что НАТО – это сила, но это грубая сила хулигана. Вот в 13 году в Германии... В 13 году в тех же Соединенных Штатах Америки чернокожие проводили флешмоб «Выруби белого». Вот это примерно такая же сила, вот как черные, которые вырубали, подбегали просто к людям, случайным прохожим, и вырубали белых. В качестве вот таких вот белых перед НАТО оказалась и Сербия, там и народ Ирака. Куда приходит НАТО, там разруха. Дякую, что вкладывался в час.